что у вас за сегодня? Что? Что у вас за сегодня? Не снимаем, просто магазин. Почему? Частный магазин. И что? Нельзя. Фото, видео, съемка запрещена. Вот то, что вы мне запрещаете снимать, вы этим не нарушаете права. Ну так, что угодно можно написать. В заборе тоже написано. Фото, видео, съемка, магазин не запрещено. Вы сами это придумали? Или все-таки на основании закона будем действовать? У вас руководство противоречит закону? Магазин нельзя снимать. Все? До свидания. Продолжим? Продажа посочных продуктов, это уже нарушение. Да, что мы сейчас найдем и вам покажем. В тележку кладите, камеру выключайте. И магазин – это общественное место, правильно? В общественном месте у нас по закону разрешено снимать. Статья 152, часть 2, можете почитать. Если это частный магазин, здесь один человек не может находиться. По закону снимать можно в общественном месте. Нельзя. Если вам не нравится, можете вызвать полицию. Да, все, ладно. Все, мы сказали, что можно. Все, мы снимаем, продолжаем. Че? Уч, нифига себе. Я это заснял. Мед, крем. Жик. Жик. Клади его все. 6.01.15. Срок годности 12 месяцев. Клади. Ну и это тут все черным по зеленому написано. Что еще раз? Документик. А зачем? Установили личность. Чей документик нужен? Вот, за ним вопрос. Документ, да? А ваш документ? Да, ваш сначала. Хорошо. Ваш документ. Ну вот, вам фамилия, имя, отчество, дата рождения. Вы можете установить его. Прописка города Москва. Нет, прописка это уже посторонний вопрос. В смысле, я вам показал. Вот вам данные все. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Все, что вам достаточно. Хорошо. Все, что вам достаточно. Водительское удостоверение является... Является. Водительское удостоверение является удостоверением личности. Да? Ваш паспорт. На каком основании? На каком основании? Основание какое? Подождите. Подождите, давайте разберемся, на каком основании мы здесь снимаем. Запрещена у нас съемка только на объекты федерального значения. Магазин – это общественное место. Я просто спрашиваю. Да, потому что я имею на это полное право. Конституцию могу вам показать, да, если вы не знаете статью 12. Мне нужна ваша фамилия, имя, отчество, год рождения. А для чего? Отчитывайте, мы выехали на 0,2. Хорошо, вот объяснили бы, пожалуйста. Все, ну, спасибо. Я тоже хотел написать. Давайте. Снимаем вы, во-первых, правонарушение, потому что в этом магазине продаются просроченные продукты. И для того, чтобы это зафиксировать, именно для этого мы ведем видеосъемку. Нет организации, от кого-то или как? Ну, вообще, мы как обычно потребители действуем, но так мы, да, организация. Почему проучить? Мы им помогаем. Мы собираем, делаем за них их работу. Собираем просроченный продукт, который уже, по идее, не должен продаваться в этом магазине. Говорю, просто вас слишком много, вы как-то... Ну, в магазине нет ограничения какого-то по количеству посетителей. Кого мы напугали? Позовите мне человека, которого я напугала. Мы напугали вот их, я так понимаю. А напугали мы их по причине того, что мы снимаем в их магазине. Все. Все, тогда единственное, что их напугало, это видеосъемка, все. Сейчас нам замечаний никаких не поступало. Хорошо, как поступить сигнал, мы приедем еще раз. Без проблем. За продукты заплатили? Мы их еще не вынесли отсюда. Нет, вы за продукты заплатили, которые вы хотите вынести? Мы их не хотим вынести. То что сказали, мы еще их не вынесли? Так мы их и не собираемся выносить. Ну что делать? Все, пойдем сейчас. Все. Покажи, я написал. Еще раз дату. Хорошо. Скоро год будет. А это по температуре? Да, майонез весь по температуре. А, весь, да? Да. Ну, он сделан в ноябре прошлого года. И срок годности у него 120 суток. Нет, тут без температуры, так просрочено. А, да, это... Вот это все просрочено, да. Ну, 14-й год, 2 года. Февраль. А вот это? А здесь уже 15-й. Ой, а вы тоже нас решили поснимать, да? Находчивые. А вы в Перископ тоже снимаете? А? Уже до этого поснимали.
А, да? Ну ладно. А это как? Стой. А здесь как? А вы нам позовете администратора магазина? Что? Угласившись. Да, мы вот там ждем, если что. Здравствуйте, администратор? Да, что? Вот я, да, вас звала. Mm-hmm. Это вот все просроченные продукты. Mm-hmm. Да. Ну, вы признаете, да, что у вас есть просроченные продукты? Смотрю, я пока не разбирал то, что вы сказали. Ну, давайте посмотрим. Как минимум, вот детское питание можете посмотреть. Это у вас вообще в январе просрочилось. Это у вас вообще почти год назад просрочилось. Сейчас у нас есть единственная просьба, чтобы все эти продукты при нас вскрыли. Ну, что значит вскрыли? Нет, я ничего вскрывать не буду. Почему? Не буду, потому что не буду. Ну, почему? Ну, потому что не буду. Я могу их списать, убрать на склад брака, а вскрывать я их не буду. Вы можете потом делать все, что угодно, там, возвращать поставщикам, вскрывать. Мне достаточно, чтобы вы на вскрыли упаковку, чтобы я убедил, что вы на полку ее снова не поставите. Детка, я вам сказала, я могу списать, скрывать я ничего не буду. Почему? Ну, не буду, потому что... Потому что вы не хотите, или все-таки есть закон, который нужно соблюдать? Я это все спешу на склад брака. Вы можете это все потом списывать со скрытых упаковок? Нет, я не буду вскрывать. А мы не уйдем из магазина, пока вы это все не вскроете. Может, мы все-таки будем в рамках закона разговаривать? Знаете, открывать. Что есть такой закон о защите прав потребителей? Девушка, знаете, я, да? Девушка, который нужно соблюдать. Девушка. У вас продукты просрочены уже практически на год. Девушка, я вам сказала, я ничего скрывать не буду, я спешу на склад брака. Я прошу, чтобы вы при мне их вскрыли. Я не буду скрывать, не буду. Почему? Даже не буду. То есть вы откровенно нарушаете закон? Да, да. Считайте так. В смысле считайте так? Ну, я вам сказала, что я вскрывать ничего не буду. Тогда мы покупаем эти продукты. Все, пока они наши. Пойдемте на кассу. Вы мне уже продали его пару дней назад, поэтому пробивайте, пожалуйста. На другую кассу идите все тогда, может, там продадут. Я здесь буду ждать. Почему? А ваша обязанность, да, следить за сроками годности? А почему вы не уследили? Почему они у вас лежат на полке? Что вы проверяете? Не рассказывайте мне сказки, я у вас тут уже покупала просроченный товар, мне никто ничего не проверил. До свидания тогда. Как так, у вас такой магазин большой, ни одного кассира нет на кассе? И книгу жалоб еще заодно принесите. Овцы не очень хорошо видят, пусть одевают очки. Кассир, смена такая-то, самовольно покинул кассу во время проведения транзакции. Кассир, по моему требованию потребителя. Чего? А, покинул кассу. У нас просто были такие случаи, когда... А что там случилось? Почему она работает? Не знаю, ну там кассу сейчас стоит. Проходите. А вот вы такую вежливую себя изображаете, а нас можете тоже обслужить, пожалуйста? Я тоже ваш покупатель. Что вы тут устраиваете? Фейс-контроль какой-то. Кого-то хочу обслуживать, кого-то не хочу обслуживать. Я вас конкретно обслуживать не могу. Почему? Потому что вы, у нас просроченный товар не продается. А на полках лежит, да? Да. Это что, как украшение у вас лежит он на полках? Ну, я все равно не уйду отсюда, пока вы мне их не пробьете. А почему у вас вот с декабря вообще вот новый, полностью книга, ни одного ответа нет? А почему? Пофиг ей. Интересно, у тебя вообще регистрация есть? Что случилось? Что случилось? Что делаешь? Что он руками делает? Что он руками бьет? Просроченные продукты не отдавайте, главное, никому. А вы кто вообще, молодой мужчина? Вы кто? А вы кто такой? Вы кто такой? Вопрос такой. Вы кто такой? Я вопрос вам задала. Свет, я покупатель в этом магазине. Я тоже покупатель. А что? Ну, выходи. Мы эти очередь сделали. Да? Мы? Да. Да? А может, вы сначала выясните, кто эту очередь я сделал? Уже выяснил, да, вот и прекрасно, выясняете, прежде чем кидаться. Не надо пробивать. Я в очереди стою. Я в очереди стою. Сейчас обслужу человека. Что значит сейчас обслужу человека? Я первая в очереди стою. Я в очереди стояла раньше. Карточки есть у вас скидочная? Нет. Давай.
Может, вы все-таки включите разум и начнете решать вопрос, который вы обязаны решать в этом магазине? А вы мне не мешаете покупать свежие качественные продукты. Зачем вы мне мешаете? Не хотите включить все-таки разум? И убрать с прилавков просроченное детское питание, просроченные продукты, которые вы продаете своим покупателям. Вам стыдно должно быть. Вы мало того, что просрочку продаете, еще очереди такие выстроили, что у вас люди злые теперь уходят из магазина. Кто сказал классную вещь? Какую? Не ругайтесь. Я говорю. Правильно. Пропустите нас, пожалуйста, сейчас проблема. Так с удовольствием. Пусть нас сначала пропустят. Мы же в очереди такой же стоим. Причем, причем здесь? Зовите администратора и говорите ему это. Почему? Я хуже чем-то вас, что ли? Ну я же не хуже вас, правильно? Ну а у них же на полках стоят эти продукты. Я хочу, чтобы вы не отравились, другие люди. Вот и прекрасно. Очень полезные вещи делать. У меня сейчас масло растает. Я точно травмирую. Пройдите лучше в другой магазин, я вам советую. Здесь три тележки просроченных продуктов, здесь детское питание просроченное. Поэтому я вас тоже очень прошу, не покупайте в этом магазине. Конечно, бывает. Вы мне это можете не рассказывать. Я часто вижу просроченные продукты в магазинах. Но можно же было мирно решить этот вопрос, не устраивать этот цирк, не закрывать магазин, не выгонять своих покупателей. Ну а вот это что такое? Чтобы завтра я не пришла в магазин и не нашла на прилавку. Так я вам охотно верю. Но знаете, за 6 лет я видела такое, что каждый день приходи, убирай, завтра на следующий день они снова появляются на полках. Поэтому именно поэтому я прошу, чтобы вы их скрыли, например, чтобы завтра их не было на полках магазина. Магазин не работает. Ну, чтобы завтра, так, да, так я же не могу взять и вынести. Я хочу, чтобы они мне до этого пробили, вот. Чтобы они завтра не попали на прилавок. Пусть пробивают, я с удовольствием куплю эти продукты и подам на них в суд, с удовольствием. Так они не пробивают мне. Здесь палка о двух концах, понимаете? Вот еще вопрос, перебью вас. Почему они выключили все это? Стояли мы на кассе. Да, мы попросили вскрыть эти продукты при нас, надо вскрыть. То есть не уничтожать, не утилизировать, а просто вскрыть, чтобы я убедилась, что завтра они не падут на прилавок. Они отказались. Я хотела пробить этот товар, чтобы, например, там, отправить в Роспотребнадзор, подать иск в суд, либо самой вскрыть, а потом вернуть деньги. Они мне отказываются пробивать. Что мне делать в этой ситуации? Они же боятся, у них просроченная продукция, правильно? Они же тоже не хотят штрафы там получать и так далее. Так они... Им же проще вас им проще закрыть и все. Да? Выключить свет и закрыть кассу? Вместо того, чтобы вскрыть? А для чего было вот это вот все устроено тогда? Я не знаю, зачем вы этот цирк устроили. Мы? Да. Но это не мы сделали. Мы подошли вот к вашей девушке в синей, вот администратор. Я ей тоже все объяснила, что это просроченные продукты, она их посмотрела. Согласилась, что это просроченные продукты. И я ее попросила также вот вскрыть при нас. Она сказала, я этого делать не буду. Я говорю, почему? Она сказала, по кочану. Все. После этого я решила пойти на кассу, чтобы купить и самой вскрыть. Ну, смотрите, мне достаточно вскрыть упаковку, чтобы это не попало на прилавок. А дальше вы можете там поставщикам возвращать, списывать, выбрасывать, там, куда хотите. А вы не вскрываете, вот вы туда выбросили, вы не скрыли ее, мед, который. Мед, там, баночка меда. Ее можно открыть крышку. Да, откройте, покажите. Мне не нужно в лицо сувать это. Слышь, ты, блядь! Подержи. Обрызгайте его тогда! А почему полиция стоит? Успокойтесь! Уведите этого нюхника! Жесть, вообще, это кошмар! Да, мы видим, мы и с вами-то не особо можем разобраться. Да не скрывает она, мы сейчас будем заставлять. Это ваш товар! Это ваш товар! А вы мне тут тоже не указываете, берите и рвите. Родители так разговаривают. А вы с своими детьми? Ну все.
В глаза попало ведь? Надо промыть до тех пор, пока жечь не перестанет. Конечно, конечно, вызывайте скорую. Документы, что-то все потом. Чем мы раньше поехали.